Офицер, давайте все решим. Что вы предлагаете? Ну, я дам вам 20-ку, и мы разойдемся. Отказаться? Нет уж! У меня план! Отсоси мусор! Следи за языком, подоскуха! Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хелплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы продолжаем бороться с преступностью в игре под названием BeatCop. У нас впереди второй день, первый прошел такой в рамках обучения, а второй уже прям настоящее задание. Сейчас будем штрафы выписывать, но перед этим, бро, чай. За ваше здоровье! Ну и мы с вами продолжаем. Почему-то не подсвечены. А, вот теперь подсвечены. Такая небольшая багулинка в менюшечке. Участок 69, Бруклин, Нью-Йорк, на 1900 такого-то года. Кис-кис-кис, день второй. Видимо, сейчас диалог будет, да, заново? Да, но можем его абсолютно быстренько пропустить, потому что мы его читали с вами в конце... вы поняли, в конце той серии. Так, пропускаем, пропускаем, сегодня 69, да? Забав, только что почему-то обратил на это внимание. Так, да, 5 штрафов нам надо сделать, это мы все знаем. Все, и выходим, да, на работу. За дело. За дело, друзья, за живое. Келли, мы не собираемся тут долго торчать. Если понимаешь, о чем я. Ты можешь слабить пулю в голову. Тебе мозги не давят. Пошли нахрен отсюда. Тю-тю-тю, ты что такой злобный-то? Если тебе все надоело, и всегда можешь сделать так, как Джексон. В смысле? Он работал на итальяшек, а потом свалил за границу улицы. Мне предлагают бесконечные возможности, но этого разговора не было. Ты можешь тоже свалить, раз уж в машине. Я выясню, кто грохнул жирного Майка. Не лезь в это дело, мы за пончиками. Кто бы мог подумать, сраные жиртресты. Чтобы бежать надо, щелкнуть дважды. Если потребуется, конечно, и наручники. Помни, не надо упарываться, время не резиновое. До скорого. До скорого, придурки. 4-2-1 на месте. Не забывайте о норме по штрафам. Хорошего дня, 4-2-1. Итак, у нас есть действительно вот штраф, пожалуйста. Нельзя парковаться, не понимаю, почему паркуется. Парковка. Выписал, все. Первый пошел. Давай, так, эвакуатор. 4-2-1 на связи. Диспетчер, нужен эвакуатор 615-му. Перевожу вызов. Принят эвакуатор, уже выехал. Итак, что у нас там? Значит, 4 штрафа за парковку и, в принципе, каких-то основных заданий нет. Предлагаю исследовать улицу прямо с правого конца. Вот тут чуваки музяк слушают. Нормально, давайте. Прямо справа начнем. 4-2-1, говорит диспетчер. Сообщили, что ограбление об ограблении у Адамски. 10-4, направляюсь туда. Быстрее бежим. Адамский вопа... Вот он! Вот этот Петуч! Поймали его. Диспетчер, у меня 10-12. Пришлите машину забрать подозреваемого. 10-4, машина в пути. Все, они приехали. Блин, даже до улицы не успел дойти. Ну что вообще за... Опять эта баба. Только она что ли работает, забирает этих плохих ребят. Такое ощущение, что он за младшим братом приехала. Он тоже был черный. Так, ладно, это мы выполнили. Бежим обратно. Бежим обратно. Надо не забывать про штрафы. Если мы сделаем 10, то нам дадут с вами бонус. Давайте зайдем внутрь. Доброе утро, офицер. У меня здесь только новинки. Все высочайшего качества. Ну и ретро добра навалом. Как насчет стерео? Может быть, бумбокс или плеер? Черт, у меня даже граммофон есть. Компакт-диски, конечно, я тоже продаю. Битамакс, VHS, лазерные диски. И телеки. Большие и маленькие. Большие, разумеется, нужно специально заказывать. Их спасибо за подробный рассказ, но я пока просто смотрю. Так, ладно, давайте зайдем теперь сюда. Йоу, какие дела, сержант? Решил что-нибудь сложить? Зашел посмотреть, нет ли тут краденого барахла. Эй, у меня легальный бизнес. А, ну да, раз я черный, значит я вор, да? У меня напрягает не цвет твоей кожи, а твое отношение. И как же ты относишься к черному цвету? Эй, у меня все по закону! Ну вот и славно, это я и хотел услышать. Я слежу за тобой. Так, купите пончики. Чего? Давай куплю пончики у тебя. Порцию пончиков, как обычно. Хороший пончик способен творить чудеса. За счет заведения, разумеется. А, да, да.
От такого предложения и такого пончика я не могу отказаться, спасибо. Обращайтесь в любое время. Мне такое ощущение, что чем мы больше будем дружить с людьми, тем мы с вами... Нам будет больше бонусов они давать. Добрый день. День идёблей. Бенни, я встретил твоего брата. Очень хорошо. Галиня здесь. Пожалуйста, приходи потом. Но я просто зашел поздороваться. О, привет. Господи, может мне уйти? Дичь какая-то. Мистер Келли, у сяменяник есть дитя без глаза. Чего? До свидания. До свидания. Выносливость минус один после его разговора с ним. 4-2-1, твой дружок ждет у тебя, Урика. Говорит, хочешь что-то рассказать, прием. Спасибо за информацию. Уже в пути. Кто бы это мог быть? Блокнот обновлен. Кто-то хочет встретиться, Урика. Где Рик, черт подери? Вы бы не могли мне помочь? Что случилось? Я где-то потерял свой бумажник, и знаете, зрение у меня плохое. Не могли бы вы помочь поискать его? Конечно. Помочь слепому найти бумажник. Вот он, по-моему. Вот. Блокнот обновлен. Так, ну, держи. Вот ваш бумажник. Спасибо. Народ плюс... Служу народу! Да хранит тебя Господь. А доброе утро. Чем служитель веры может помочь служителю закона? Просто зашел кое-что обдумать. В таком случае не буду мешать. Да ладно, все что ли? Ну ладно. Так кому надо зайти еще раз? Кто хочет встретиться? У Рика. Тут еще или это ломбард, или что это такое? Рик, о! Там какой-то парень черный появился, ему что-то надо. Ну-ка. Какого хуя вы здесь забыли? Какие проблемы? Вот моя проблема, вы прикончили Майка! Блять! Хватит прикидываться! Эмма, тот не при делах, бро! Машина была битком набита бандитами вроде вас! Чувак, ты под кайфом! Никто бы из наших не стал резать свинью на поляне! Пошли нахрен отсюда! Ладно, уходим! Свинья разверещалась! Язык своим в жопу засунь, мудила! Да, да, конечно! Ты, ублюдки, твою мать! Запланили мой город! Кругом одни преступления. Так, давайте зайдем в закусочную. Доброе утро. Как насчет завтрака? За счет заведения, как обычно? Да. С удовольствием. Вот, держите. 10 минут спустя... А, 10 минут это забрало, лол. Я не знал. Спасибо, пока. Увидимся. Ну, по крайней мере, вынул... 4-2-1, что случилось? У тебя труп в переулке, позаботься о нем. Что за переулок? Тот, где собирается толпа зевак, шевелись! Ну, ладно, 10-4, направляюсь туда. Так, переулок, ну, вот похоже... Блин, где переулок, где? Вот переулок! Где труп? Вот труп! Так, я на месте. Офицер Келли, пожалуйста, отойдите. Кто обнаружил жертву? Я! Когда? Пару минут назад. Простите об убийце. Вы видели убийцу? Нет, только тело. Это ужасно. Вы знаете жертву? Нет, я понятия не имею, кто это. Какой-то бедняга. Мне нужны ваши данные. Мы зададим вам еще пару вопросов. Ну, раз нужно, дает личную информацию. Доброе утро, меня зовут Келли. Вы видели что-то подозрительное? Нет, я ничего не знаю. Произошло убийство. Я так и знала, что этим все кончится. Что, все? Сначала Вьетнам, потом Никсон, а теперь... Я имею в виду, вы видели кого-то подозрительного? В каком смысле? Ну, подозрительного. Типа вас? Давайте нагрубим ей. Господи, да как вы вообще в этом мире выжили? Что вы себе позволяете? На вас жалобы подам. У меня есть друзья в полиции. Чайнику своему пожалуйтесь. Офицер Келли, мне надо задать вам пару вопросов. А о чем это? О теле и в 2 метрах, от которого вы стоите. Я только что подошел. Сам хочу узнать, что здесь происходит. Или он свалит, или я ему врежу. И как вы видите, здесь произошло убийство. Почему вы считаете, что это убийство? У нас есть основания так полагать, но я все равно ничего не знаю. Если вам больше нечего сказать, отойдите, пожалуйста. Я хочу там стою! Прошу, давайте не будем все усложнять. Только попробуй тронуть мельгавый! Давай. Избавиться от него. Вы мне мешаете, и это очень раздражает. Че, крутой типа, да? Типа того. Хочешь, я к петухам тебя в камеру кину? Кишка танка! Ключи видишь? Я сейчас тебе лицо расцарапаю. И будешь ты гнить в оранжевой робе за нападение на офицера.
Да ты ебанутый, бля! Расцарапать лицо, но это не остой, не обострять. Оно того не стоит. Сыкло! Да, но он ушел. Диспетчер говорит 421, подтверждаю, похоже, на улице убийства. Пришлите коронера с группой. 10-4, высылаю следственную группу. Преступники, свидетели? Никого. 10-4, перевожу вызов, прием. Прибыла следственная группа. Они изучили место преступления, забрали тело. Понятно. Спустя час, господи, бля. Целый час. Ну, мы что, час будем ждать, реальный? Час спустя мы сидим и ждем. Ну, наконец-то, боже мой. Еще живой, Келли? Просто делаю свою работу, тебе тоже стоит своей заняться. Ну, я хоть не гоняюсь за всяким сбродом. Но тогда держи трупы, даже по твоей части. Выяснил что-нибудь? Джеймс Браун, 43 года. У него что-то было? Абсолютно чистый, вот бумажник, взгляни. Что-то еще, свидетели? Никто ничего не знает, все как обычно. Я попробую разнюхать. Это моя работа, а ты следи за парковочными счетчиками. Тогда будь осторожней, когда паркуешься. Это ты будь осторожней, с сенатором шутки плохи. Вы что, знакомы? Можно и так сказать. Верни то, что взял, и проблем не будет. Да нет у меня этих сраных бриллиантов. А я не про камни. Не то, чтобы их не надо возвращать, но... Тогда что? Ты знаешь, что взял. Иди в жопу! Запомни, верни то, что взял. Полдела сделать, 421. Не забывайте о ежедневных поручениях, прием. Ладно, хватит мне уже яйца крутить, мудилы. Куда только время летит? Эх, мудаки еще, блин. Выписать штраф, парковка. Шо отсюда? Говори, написано, блядь, не парковаться. А, стоп, я забыл эвакуатор вызвать, блядь. Тяжелая работа. Перевожу вызов, принят, эвакуатор уже выехал. Так, мне нужно вернуться, я хочу все осмотреть. Офицер, мне нужна ваша помощь. Что такое? Моя кошка пропала. Сюзи, черненькая, никто не хочет мне помочь. Девочка, я при исполнении. Ну, пожалуйста. Блин, черт подери, ну это... Ах, помочь, ладно, где мне искать? Простите, в пиццерии, меня туда не пускают, меня увидели там. Тогда я спрошу. А буду ждать в аптеке. Хорошо, поможем маленькой девочке. Не могу я кинуть детей, друзья, не могу, блин. Все-таки я добрая душа, черт подери, добрая я душа. Посылка для меня, простите. А, нет, все понятно. То же самое, нет, уходим отсюда. Так, что тебе надо, бро? Легавый. Чего тебе, макаронник? Есть работенка для парня, который умеет не привлекать лишнего внимания. Надо поработать посыльным. Забираешь в одном месте, а даже в другом. Отказаться. Служба доставки позвони. Я тебе не мальчик на побегушках, жаль. Я офицер полиции, понимаете? Я тут, чтобы это, закон, знаете, штрафы выписывать, закон вершить и все такое, правосудие. Так, ясненько, перевожу вызов. Так, давайте поговорим с ним. А, он хот-дог нам предложит. Доброе утро, хот-дог. Отказаться. Нет, спасибо, может потом. Я здесь каждый день, да я заметил. Так, нет, нам не сюда. Так, я знал твою маму, женщина с широкой душой. Даже не знаю, что на это ответить. А как-то... как здоровье. Кстати говоря, как его звали? Браун или как-то? Спросить кошку пиццерии? А, ну да, мы не должны делать. Штрафы за парковку, найти пропавшие драгоценности, понятно. Об остальном позаботится капитан. Как сегодня с погодой, офицера? Вы покрутите радио и узнаете. Нифига, что там какие-то это, да? Какие-то мы злые, не находите? Я не вызывала полицию, я просто зашел узнать, все ли в порядке. Не вызывал. Как сегодня с погодой? Покрутите радио, вы знаете, понятно. Так, давайте, в пиццерию надо зайти. Загляните к Луи, офицер. Надо поговорить о случившемся, это важно. Посмотрим, может, и загляну. Надо поговорить о случившемся, это важно. Может быть, загляну. Да ладно, два раза, что ли? Просить про кошку, заглянуть к Луи, понятно. Так. Что это такое, я не понимаю. Офицер, давайте все решим. Что вы предлагаете? Ну, я дам вам 20-ку, и мы разойдемся. Отказаться? Нет уж, у меня план. Отсоси, мусор! Следи за языком, потаскуха! Ты пошла отсюда нахер!
Полиция вновь посетила наш скромный ресторан сегодня поспокойнее, сожалеем о вчерашнем. Благодарю, у меня дело. Я ищу кошку. Кошку здесь? Ее здесь видели? Возможно, а возможно и нет. Ладно, поигрались и будет. Черная кошка, Сьюзи, она здесь или нет, мать твою? Зачем так нервничать? Кошка спит в коробке у окна. Вот и славно. Придет девочка, отдайте ей кошку, пожалуйста. Конечно, офицер. Так, взгляните, расскажи девочке о кошке. Где, я забыл, где она будет меня ждать. Доброе утро! Не такое уж и доброе. Знаем и сожалеем, в районе дела идут все хуже и хуже. А все из-за долбанных нигеров. У них нет уважения к законам. Я этих говнюков достану, блин. Можете рассчитывать на помощь семьи Таталья. Это дело полиции. Ну, мы можем вместе разобраться, разве нет? Нам понадобится доказательство. Что-нибудь всплывет. В полиции всегда было много итальянцев. Черномазых не помешает прижать стенки. Вам будет приглядывать за тем ломбардом. Вам следует, вернее, офицер. От него за мир несет подозрительными делишками. Я знаю, знаю, блин. Зайти в ломбард зайдем, надо с девочкой только разобраться. О, Яблонские! Ты меня ждал или только кажется? Хотел узнать, как ты себя чувствуешь после недавних событий. Тебе-то что, профессиональная солидарность? То, что с тобой приключилось, могло случиться с каждым из нас. И это бесит меня. Да и жирного Майка жаль. Это все, что ты хотел мне сказать? Думаю, они с тобой еще не закончили. Ты о чем? Во-первых, от твоего дела за версту несет. Потом пристрелили жирного Майка рядом с тобой в твой первый день на новом участке. Что ты пытаешься сказать? Я не сильно верю в совпадение. Я тоже. Ладно, тебе от меня что-то нужно. Мне работать надо. Я покопаюсь в твоем деле. Джек, я хочу тебе помочь. Я тебе что, нравлюсь? Нет, у меня свои причины. У нас с тобой больше общего, чем ты думаешь. Ты мой давно пропавший брат. Нет, но я считаю тебя своей семьей. А сейчас мы обнимаемся. Давай потом еще раз встретимся. Вернее, обнимемся. Поделимся наблюдениями. Может, и Рождество вместе проведем. Не забывай, мы с тобой в одной команде. Так, стоп, надо выписать штраф. Штраф, так, парковка. Готово, нет никого рядом, да? Эвакуатор, поехали. Так, что у меня там? Зайти в ломбард, это понятно. Кто-то хочет встретиться у Рика. Так, давайте зайдем сюда. Посылка, так, нет, посылка нет. Нет, нет, не посылка, не посылка. Эй, как сегодня янки сыграли? В ничью. Замечательная информация. Бежали дальше, друзья. Так, надо встретиться у Рика. У Рика. Блин, я уже обошел все. Чертов Рик. Где эта маленькая девочка? Где она? Куда она делась? Где она меня должна была? А, вот она. Ну что, что там? У меня плохие новости, малышка. Ладно, ладно, я просто пошутил. С кошкой все в порядке, ждет тебя в пиццерии. Как вам не стыдно? Ну я так рада. Беги, они тебе ее вернут. А не то им придется иметь дело со мной. Спасибо, спасибо. Все, так зайти в ломбард, пойдемте. И рассказать, что... А, все? Это почему-то кончилось? Найти пропавшие драгоценности. Яблонский расследует дело. Может быть, позже мы снова встретимся. Так, зайти в ломбард, лады. Пойдемте в ломбард, друзья. Я не знаю, 10 мы с вами не сделаем, наверное. Хотя, может быть, вот этим штраф тоже можно... А этому могу штраф выписать? Да, но это будет незаконно. Я сразу уехал. Эй, как дела, офицер? Я тебе дам, я глаз тебя не спущу. После того, что вы сделали жирным Майком. Но у меня при чем, мать твою, у нас закон и бизнес. Никаких проблем с властями, йоу. Ну, по крайней мере, с полицией. Итальянцы говорят, это были вы. Эти макароники просто шайка пиздоболов, блин, долбанных. Они обвиняют нас, чтобы себя в лучшем свете выставить, пидоры. Ибо черные пристрелили, а не итальянцы. А ты что думаешь, мы отвечаем за всех братьев в городе? Тогда тебе лучше узнать, кто это был. Для собственного же блага. Мы с легавыми дел не ведем, блин, а. Со мной будешь, говна кусок. Я там чуть не подох, аккуратнее. Какие судьи, а какие жопы? Прям реально отвратительные чертовы нигеры, что они себе позволяют вообще? Принято, диспетчер, возвращаюсь в участок. И, блядь, где наш участок, мать твою?
А, все, он сам по себе. Полиция минус один. За что? К вам относится плюс... Ай, блин. Так, я выполнил норму по штрафам. Полиция плюс 5. Помог девочке найти кошку. Народ плюс 3. Пошел на место преступления. Полиции 3. Нужно заплатить $300 на алимент через 2 дня. О, кстати, у нас денег будет. У нас денег достаточно. Получил свой чек. Но перевыполнить планы не смог. Участок 69, Бруклин, Нью-Йорк, день 3. Старые шнурки. Доброе утро! Доброе утро, босс! Здрасте! Ну что, хорошо вчера потрахались. Когда-нибудь ты схватишь трипера, твой хер просто отвалится. И даже тогда он будет длиннее твоего. Придется объезд вокруг него устраивать, понял? Господи. Скажут, смотрите, у Статуи Свободы отвалилась рука. Черт, заткнись уже. Молодец, что исправился, Келли. Кроме того, все по делу. Норма на сегодня. 5 штрафов за резину. Произошла крупная авария. Пресса пишет, что у нас нет от нас нет толку. Нам нужно выровнять показатели и разобраться с мелкой преступностью. Да, сэр. Конечно, босс. Еще кое-что. Слышал, ты тер что-то там с бандосами. Если я узнаю, что кто-то на короткой ноге с бандой или мафией, а я узнаю. Вам всем пиздец, понятно? А теперь пошли отсюда, козлы. Я могу побеседовать, а не говорить теперь с ними. Келли, помни, я слежу за тобой. Конечно, босс. А что, Келли, здесь не так уж и плохо, да? Да просто заебись, бля. Представить не могу, как можно, блядь, жить иначе, сука. Теперь умру счастливым, бля, и закопают меня собаки, после чего насут на меня. Умник. А то. Иди в жопу, Келли. Пошел сам в жопу. Кортес, знаешь, Халума из 59-го? Ну да. Он говорит, что тоже тебя знает. И сказал ему, чтобы ты вернул ему $300. Сказал. Не знаю такого. Есть у тебя горячие штучки на районе? Как и везде. Ну да. И слушайте, чего тебе, Макнаб? Говорят, ОВР заслал подсадных на улице. Твою мать, они вроде подозревают нас во взятках, а они борзые. Ты уже слышал? Чего? К нам едет какой-то русский. Советская полиция по программе обмена. Культурный обмен, не иначе. Так, ясненько. А что это потом, видимо, нам откроется. За дело, друзья. Так, здорово, что вы решили меня подвести. Здорово, что ты сейчас выходишь. Хорошего дня, Келли. Иди нахер, да, Келли, понял? Ну, а серьезно-то. Ну, что, выбрал, на чьей стороне ты будешь? В каком смысле? Шоколад или паста? Черный или белый? А мы что оба? Пока синий, мистер праведник. Какая жалость, у тебя тут просто не участок, а золото. Потерянные возможности, а ведь все, что нужно, это просто протянуть руку. Прямо из окна. Да ладно тебе, обоссался, что ли? 421 на месте. Не забывайте о норме по штрафам. Хорошего дня, 421. Так, хорошо. Итак, нам надо с вами выписать штрафы. У нас норма какая-то. За резину, блядь. Штрафы за шины, что? Что это, блядь? Не, вот эти недопустимые. Как я пойму, сука, что... Что у него такая резина, блядь? Я тоже, может, подойти, не знаю, ну-ка. Проверишь шины, вот. Не, нормально шины. Нормально вообще. Блин, 4 проверять, как это долго. Иисусе. Так, что тебе надо, нигер? Босс, есть минутка. Чего тебе? Неужели даже утром нельзя оставить меня в покое? Слышь, мы сегодня планируем крупное дельце. На районе придут наши парни на район, пройдутся по магазину, возьмут кое-что. Твоя доля $25, ты в деле? Пошел нахер, лучше проваливай, мудила, тебя я закрою первым. Ладно, сваливай отсюда. Бля, слушайте, у меня реально проблемы будут с бандой, а? Так, проверить шины. Так, одно стерто, по-моему. Ни хрена так, ну подтерто. И другое раздробленное. Не, по-моему, надо выписать ему штраф. А выписать штраф. Шины. Кто ваш любимый президент? Линкольн? Джексон или Джексон? И два Линкольна. Не знаю, кто из вас, из нас победит в этом конкурсе. Имя Уиллис Грант вам о чем-нибудь говорит?
Отказаться от взятки. Никогда о нем не слышал. Вот ваша квитанция. Да вы просто клоун. Я живу, чтобы вас радовать, блядь. Лучше держаться от ломбарда подальше. Все боятся ломбарда, блядь. Проверь шины. Нормас. Потрепанный немного, но нормас. 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 Хорошо. Как сегодня с погодой? Так, ясно, ничего новенького. Надо 5 всего лишь выписать. Нормас. О! У кого-то проблемы с шинами. До свидания. Так, что тут еще? Давайте проверим. Блин, насколько, ребята, охренительная игра. Ого, ого. Так, ну это, по-моему, неплохо. Или плохо, я не понял. Вот эти вот раздробленные такие, в жопу раздробленные. Да, раздробленные это жопа. Выписать штраф. Шины. Поехали. Так, проверить. Стоп! Ну ладно. Езжайте. Доброе утро. Как насчет завтрака за счет заведения, как обычно? Нет времени отказаться. Нет, спасибо, до свидания. До свидания. Так, проверить шины. Так, пропустить проверку. Все. Кстати говоря, можно, да, если вы... Если замечаем одни шины, значит уже все. Можно делать штраф и... И не... Штраф, штраф плюс один. 421, патрулируй свой участок. Ну, короче говоря, чтобы не тратить время. Я патрулирую. Сегодня тебя не видели на западной стороне улицы. Кто-то на тебя настучал, сволочь, блядь. Ладно, иду туда, твой отбой. Что такое? Босс просил напомнить про твои алименты. Он сказал, что если ты завтра не заплатишь 300 баксов, то, цитирую, уволю его к херам, блядь. Здесь 4 принты. Пш. Так, давайте сюда зайдем. Да хранит тебя Господь. Доброе утро. Чем служитель веры может помочь служителю закона? Просто зашел кое-что обдумать. В таком случае не буду вам мешать. Да, не мешай. Добрый день. Добрый, добрый. Чем могу помочь? Просто мимо проходи. Селять, снять? Нет, спасибо. Очень хорошо. В слишком чистой воде не лет ли-либо. Это верно, странно, но верно. Да что вы говорите, блядь? До свидания. До свидания. Порцию пончиков, как обычно, хороший пончик способен творить чудеса за счет заведения, да. Нет! Спасибо, но я не такой коп. Хе, может, в другой раз. Не хотел сажать пончик, ну ладно. Случайно мискликнул, друзья. Проверить шины. Все, говно. Шины. Шел нахер отсюда. Так, все, норм я сделал. 421 на связи. Слушаю, 421. Норм по штрафам выполнена. Принято молодцом. Надеюсь, никаких жалоб не будет. Прием. Не волнуйся, все по-честному. Офицеру на 100 отдельце. На что такое? Наш кореш потерял свой ствол в переулке с заведением макароник. Он, конечно, тупорылый, но мы туда точно не полезем. Будет круто, если кто-нибудь найдет его и принесет ломбард. Это как найти петарду у себя в ботинке. Блять, поискать пистолет, ладно, это и поищем. Ладно, я найду очередной геморрой на свою задницу. Нас причитается. Не, ну это ничего страшного, окей, найдем пестоли. Есть ли меня что-нибудь? Здорово, все в процессе. Я не твой кореш, мудила. Пошевеливайся и раскопай для меня что-нибудь, понял? Да, сэр, офицер, сэр, да. Да, ты ведь знаешь, где меня найти? Мы знаем, да. Доброе утро, офицер. У меня здесь только новинки. Все вы сейчас в качестве ретро-добра навалом. Как насчет стерео, может быть? Это мы уже слышали все, блин. Самый долгий диалог у него. Который бесполезен. Бежим отсюда. 421, ответь. 421 на связи. Нам доложили вторжение. Каком вторжении, мать твою, инопланетам, что ли? Нет, в воровском твоем районе. Разуй глаза. 10-4 принято. Смотри оба, ищи воришек. Воришки, они повсюду. Ищу воришек. Так, здесь вроде бы никого. Так я был, да, там я уже был, да, здесь был. Так, воришки, где они могут быть, черт подери, добрые воришки? Так, адамские. Я хочу выразить свою благодарность силам охраны правопорядка. Но знаете, эти мелкие говнюки вечно играют в баскетбол за моим окном. Вечно их шумят, гремят этим своим сраным мечом, мать твою.
Спорт – отличная профилактика подростковой преступности. Я не могу смотреть телевизор, не могу слушать радио. Вечно они шумят, гремят, они смеют сраными мечами, блядь. Что полиция говорит? Не знаю, им, скорее всего, даже дела нет. Жесть. Так это воришка была? Алло, что это такое было? Ну-ка, что это было? Я не вызывал полицию, я просто зашел узнать, все ли в порядке. 421 прием, 421 на связи. Нам доложили об угоне. Свидетели стоят у церкви. Сними показания, что они там шум подняли. Ай, блядь. Так, новые доказательства существования нескольких полов. Ну-ну. Бог создал два пола и либералов. Это смешно, да? Так, давайте зайдем сюда, в порнуху быренькая. Посылка для меня, вы простите, я думал, ты посчитали. Нет, мы знаем. Да-да-да. Не-не, все, давайте, это не надо. И как сегодня Янки... Да, это мы тоже... Гопота какая-то сидит. Так, ребят, побежали. Надо быстро, ну, на место преступления, где был угон. Бежим к церковушке. Так, вот они. Офицер, подождите, пожалуйста, дайте 5 баксов, дай 5 баксов, братишка, ветерану. Ветерану, ветерану чего? Вьетнама, конечно, морпех. 5-я дивизия корпуса морской пехоты США. У меня там друзья служили. Ну так чё, подкинешь 5 баксов? Ну я ему дам, хотя он даже, может быть, и врет. Я дам ему. Вот, держи. Спасибо за службу тебе. Спасибо тебе, офицер, я верну должок. Я тут многое повидал. Дам знать, если замечу что необычное. Отлично, будем на связи. Меня здесь легко найти. Да-да-да, и хорошо, ну, как это сказать, оплачивать вот этих бомжей, они помогают информацию добывать. Офицер Келли, что здесь произошло? Они угнали машину. Что, чью машину? Ее, не мою, слава богу. Кто украл? Что значит кто? Воры! Сколько преступников вы видели? Не знаю, несколько. Можете их описать. Выглядели обычные, черные. Какие-то особые приметы. Они были черными? Это нельзя назвать особой приметой. Тогда не знаю, что сказать. Хорошо, спасибо. Вы что-нибудь видели? Машина пропала, моя машина. Номер машины. Я не помню. Как вы это не помните? Но это же не номер телефона. Я не звоню по нему. Ясно, кто-то еще его знает. Вы полиция, господи. Ладно, давайте я запишу ваши данные. Дает личную информацию. Было глупо ожидать какой-то помощи. С вами свяжутся. Доброе утро, отец. Храни тебя Бог. Вы видели что-нибудь, святой отец? Нет, нет. Я думаю, мне стоит... Почему вы такой бледный? Я просто хотел спросить про угнанную машину. А, да. Нет, я ничего не видел. Может, будем детей трахать, а? Ладно, спасибо. Может, вам стоит отдохнуть. Это хорошая идея. Прощай, сын мой. Диспетчер говорит 421. Слушай, 421, я допросил свидетелей, они ничего не видели. Какой сюрприз? Они сообщат в участок. Принято, конец связи. Записать показания свидетелей у церкви. Готово добраться до... Готово. Так, все, пойдемте отсюда. Так, что тебе надо, макаронник? Приветствую, работаете, офицер, а то, что случилось? У меня для вас небольшое предложение. У нас встреча в доме 623. Пароль Quattro Stagioni. Пожалуйста, позвоните мистеру Герману Калахану. Калахану. 421, говорит диспетчер, ограбление в секс-шопе. 10-14, пройдите туда. Опять секс-шоп грабит, блядь. Ага! А ну-ка, Петруч! Вы арестованы! Диспетчер, у меня 10-12, пришлите машину забрать подзываемую. 10-4, машина в пути, прием. Я, кстати говоря, выписать штраф. Видите, парковка. Что это такое, не понимаю. Опять толстуха приехала. 421, говорит диспетчер, у нас вызов. Дом 6021, квартира 5. Возможно, еще один труп, или два. Сообщитесь, потребуется подкрепление, прием. Скоро над кладбищем место появится. 410, направляйся туда. Так, секунду. Выписать штраф, парковка. Пошли вон отсюда, козлы. Не смейте нарушать на моем районе. Так, что там? 621, квартира 5. 621, так. 621, квартира 5. Эй, кто это? Собачий лай? Это офицер Келли, пожалуйста, заткните свою собаку к чертовой матери. Кунжут место! Простите, продолжим. Мне позвонили насчет этого адреса. Позвонили? Ах, да. Прошу, заходите. Так вы откройте дверь. Есть там кто? Да, что такое? Вы мне откройте дверь или нет? А кто это?
Да еб твою мать, блядь. Это Альц из департамента гериатрии, отдела старческого маразма. А фамилия? Геймер, вы меня впустите? Если тебе правительство прислало, то добро пожаловать. Офицер, рада тебя видеть. Ты так похудел? Боже, она же ничего не понимает. Меня зовут Келли, наверное, произошла какая-то ошибка. Хочешь сказать, у меня проблемы с памятью, милок? У меня был кот такой грязнули, однажды он вывалился в тухлые селедки. Господи. Мне каждый день приходилось выливать на него по бутылке жуткого лосьона после бритья. Только это могло отбить запах. А как это связано со мной, миссис Хепсберг? От тебя всегда несет этим лосьоном. Ну, спасибо, миссис Хепсберг. Меня вызвали сюда по делу о двойном убийстве. Где тела? Какие тела, милок? Так, с меня хватит. Это 421 вызов оказался ложным. 421, делай, что она скажет, и потом объясним. Какого хрена? Офицер Геймер, мне нужна твоя помощь. Ты выглядишь порядочным человеком, да и кунжу тут ты понравился. Да, я заметил. Вы можете оттащить его от моей ноги? Мне нужно помочь кое-что купить. Я сюда пришел не для... Вот список деньги, купить все в пончике. Я не попрусь так далеко. Миссис Хемсберг, сегодня вам крупно повезло. Подождите здесь, я мигом. Что за херню вы устроили, прием? Черт, когда я успел превратиться в личную услугу? Это диспетчер, или 421, это особая ситуация. Постарайся понять, миссис Хемсберг, 91. Ей внук крупная, ее внук крупная шишка в полиции, друг шефа. И поэтому я должен быть у нее на побегушках, а ей место в доме престарелых. 421, это не обсуждается. Делай все, что попросит старушка. Это приказ. И следи за языком, мать твою. Полдела сделано, 421. Куда только время летит. Боже мой, блядь. Так, куда надо зайти еще? Так, 623. 623. 623, 623. Так, ладно, давайте пойдемте в Пончиковую. Так, это Пончиковая, да? Где этот список? 12 пончиков, похоже, у Карги хороший аппетит. Добро пожаловать, что будете брать? Вам понадобится коробка побольше, у меня целый список. Вижу, вы голодны. Сначала розовых. Сколько? Блять, сколько? Два. Два. Что-то еще? Эти с яблоками и желе, верно? Они с вишневыми, с яблоками и желе вот эти. Сколько ложить? Четыре. На четыре, пожалуйста. Еще что-нибудь, так шесть получается. С кунжутом. Прекрасно, сколько? Так, это будет 12. Шесть, пожалуйста. Вот, держи это все. Вот этот заказ. Дай угадаю, это для миссис Хепсберг. Как ты узнала? Ну, ты от нее не первый. Всего доброго. Господи, боже мой. Так, побежали. Так, купить два роза. А, два роза, четыре... А, ну я купил, по-моему, правильно. Даже не знаю этого. Миссис, так, 621, квартира 5. 621, квартира 5. Это почта? Это офицер Келли принес пончики. Геймер. Прошу, заходи. Миссис Хепсберг? Я здесь, здесь. Ты купил пончики? Да, все по списку. По какому списку, милок? Ну вот поэтому. Черт, я забыл его в магазин. Мистер Геймер, я не давал тебе никакого списка, я больше двух не съем. У меня диабет второго типа, а ты пытаешься меня убить? Нет, миссис Хепсберг, я... Садись, даешь остальное. Но я не голодный. Никакого но, я не буду выкидывать еду. Я сделаю часть смородины, сейчас вернусь. Эти говнюки огребут по первое число за то, что так мне поставили, блядь. Сейчас вернусь, как пончики. Съесть желе. Отлично, я почти все съел. Слишком много сахара, я сейчас сблюю, бля. Еще минутку, ты все съел? Упертая бабка. Спрятай давайте. Бедные цветы. Уже иду, покажи мне чистую тарелку. Съесть пончики с кунжутом, они не сладкие. Нет, я не могу. Съесть! Я не могу, съесть! Отдать их собаке, свист. Тю, иди сюда давай. Ай, помедленнее. А вот и я, милок, какой прекрасный вечер, прошу простить мое поведение. Не нужно извиняться, и бончики были очень вкусные, гладит собака. Эх, если бы у меня не было диабета, а у собаки аллергии. Я бы не стала заставлять тебя их есть, никаких проблем, если с Хепсберг могу я узнать, на что у вашей собаки аллергия. А, детектив, из тебя так себе, а? Чего? Вспомните, как зовут песика, блядь.
сука, блядь. Кот, что ты не сюда, дорогой? Месяц Кэмсберг поступил срочный вызов. Но ты еще не попил моего особого чая в другой раз обязательно. Ну, конечно, солнышко, ну, конечно. 4-2-1 на связь, докладываю. Операции по походу в магазин завершилась полным успехом. 4-10-4, умник. Приятно видеть, что ты наконец-то приносишь пользу, прием. Ну, гады вы за это поплатитесь, понятно, Питер. Так, блядь, господи. Так, 623, Германом. Пойдемте побазарим с ними. А, стоп, 625, стоп, нам назад. 421, говорит диспетчер, нам сообщили, что ограбление у Адамски. Направляюсь туда. Боже мой. А ну иди сюда, Петуч. Черномазый опять. Все, вы арестованы. Диспетчер, у меня 10-12, пришлите машину забрать подозреваемого. 10-4, машина в пути. Я так был, не был на левой части города, черт подери. Надо машину опять, видите, она неправильно припаркована. Банда минус один, полиция, так. Что это, сразу уезжаешь, что ли? Да, смотрите, уезжает. Так, 23-й дом. Какая там квартира, блин? С Германом Калаха, понятно. 421, что делал, мать твою? Это 421, пожалуйста, уточните. Нам только что позвонили 621, когда ушел собака, заблевала всю спальню, блядь. Потому что потом у него пошла пена из пасти, а потом она взяла и чуть не сдохла, блядь. Тебе есть что сказать, свое оправдание, мудила? Диспетчер, пончики были просто объедение, блядь. 421, ты за это ответишь. Так, блядь, кого там я забыл опять? А, вот Калахан, да. Привет. Чем могу помочь? Стаджиони. Куатро Стаджиони, добро пожаловать в игру. Сыграешь партийку? Блять, отказаться. Нет, спасибо, как-нибудь другой раз. Все, лол. Так, смотри, оба, так, найти потерянный пистолет первой батареи, банда из радио... Банда собирается стащить парочку радио из машин. Понятно. Будем патрулировать, нам налево, ребят. И надо найти этот, как его... Вы поняли, найти пистолет. Так, здесь я был. Вот здесь где-то пистолет находится. Ну-ка, что тебе надо? Привет, у меня вопрос. Да? Кажется, ты хорошо знаешь этот район. Чем могу помочь? Хочу узнать о недавней стрельбе. А, это грязные животные. И слышал что-то интересное. Может, да, может, нет. Я тебя недостаточно хорошо знаю. Итальянское общение может пригодиться твоя помощь. Мы в долгу не останемся. Думаю, у Луи уже что-то есть для тебя. Заходи внутрь. Так, понятно. Давайте побазарим с ними. А, ну я не могу. 421, говорит диспетчер. Ограбление магазин электроники. 10-4, направляйся туда. Боже мой, быстрее. Чёртовы, блин, ублюдки. Постоянно все воруют. Вот он. А ну, Петуч. Отлично, вы арестованы. Диспетчер 10-12, пришлите машину забрать подозреваемого. 4-4, машина в пути. Господи, какая жесткая работа, просто ужас. Ну, по крайней мере, мы всех ловим с вами. Все замечательно, побежали. Скоро, кстати, рабочий день закончится, я так еще до хрена и не сделал. Так, что мы сделали? Банда с... Ага, мы, смотрите, в оба. Короче, мы поймали воришек, мы выполнили, друзья, это задание, оказывается. Так, стоп. Выписать штраф. Парковка. Эвакуатор поехал. Так, пойдемте, может быть, еще куда-нибудь успеем зайти. Вот к ним, например, к итальяшкам. Мистер Келли, на улице вы выписываете штрафы, а потом отдыхаете с куском пиццы. Кого это хер на меня настучал, блядь? Мистер Келли, на улице... А потом отдыхаете с куском пиццы, кого это хер на меня настучал. Блин, да, какой хер на меня настучал? Так, тут, по-моему, шлюха. Офицер, припихнуться не хочешь? Только для поздних пташек, а то я скоро домой пойду. Отказаться, у меня не встает, не встанет, если придется платить. Я не хочу портить секс деньгами. Руке своей будешь это рассказывать, а я себя уважаю, может, в другой раз? Я просто хороший парень, друзья. Так, выписай штраф, давайте. До свидания. Так, давайте успеем, может, зайти в магазин еще какой-нибудь. Есть новая игра 1942. Может, попробуешь? В игры дети пусть играют.
И как сегодня янки сыграли? В ничью. Понятно. Так, что это он такой довольный? Привет, офицер! Поговорить. Оборжаться. Берешь? Так, а если я куплю и с поличным его? Отказаться? Нет настроения, может потом. Как хочешь, я каждый день на районе. Блин, надо было его, кто же знал, что наркотиками барыжит, блин, чертов черномазый. Надо было его, ну, того. Арестовывать надо было, кто же знал. В следующий раз арестую его за торговлю наркотой. Так, ну что, вроде бы все спокойно. Так, давайте... Не-не-не-не-не-не-не, стоп, пропустить проверку, да. А, выписать штраф. Мы еще можем, конечно, шины проверять, но я этим не хочу заниматься, это долго. Поэтому самые явные будем с вами, ну, вы понимаете, да? Самых явных будем убирать. Так, что у меня там? В пиццерии мафия хочет что-то предложить. Найти потерянный пиццерий в переулке. Да, блин, в переулке я не нашел его. Давайте поищем и, может быть, побазарим с мафией еще раз. Что же они нам предложат-то? Где, может быть... А, вот он! А, вот и он. Я могу вернуть его или сдать в полицию. Сдать, конечно, в полицию. 10-10, диспетчер, нашел пистолет в переулке у дома 609. Принято, отправляю к вам наряд, не заляпать его. Детективы приехали и забрали оружие 30 минут спустя. Сейчас придется ждать черный экран два раза меньше. Какая охренительная игра, боже, просто офигенная. Ёбаные гангстеры. Надеюсь, на нем есть пальчики. Прогулка окончена, 4-2-1, пора домой. Принято, диспетчер, возвращайся в участок. Но всех дел мы не можем сделать, как нам говорили в начале игры. Да, все, конец. Давайте посмотрим наш рейтинг. Минус 5 баксов, плюс 8 к полиции, минус 13 банд, у нас с ними реальные проблемы. Я выполнил норму по штрафам, плюс 5. Я зашел к миссис Хэбсберг, плюс турист 3. Я поймал всех уличных воров, плюс 3. Я не отдал банде потерянный пистолет, банда минус 3. Завтра мне нужно заплатить $300. Все, отлично, 300 баксов у меня есть. Ништяк! Ништяк, ребята! Продолжить. Участок 69, Бруклин, Нью-Йорк, 86-й год. День 4, красный как кирпич. Друзья, ну, на этом мы с вами, наверное, и остановимся на миссии «Красный как кирпич». Я надеюсь, это прохождение вам нравится. Мы с вами ловим преступников, делаем благое дело, хоть и среди пикселей, но хотя бы пиксельный город будет спать спокойно. С вами был Сергей Халье, все ссылки в описании под видео. Не хворайте, не болейте, игра просто чумовая. Всем пока!